Всем доброго дня, времени суток. В общем, я снова пишу видео на тему таксимани и расскажу теперь о новом проекте Enclave Гонки. Давайте мы посмотрим, что тут есть. В части меню слева мы видим фотографии ваши, это ваш бренд. Здесь мы видим кредиты, которые даст игра для новичков. Начинается игра с 600 условных кредитов. Здесь вы увидите ваш уровень аккаунта. Есть еще уровень машины. Это отдельно идет. Так, далее. В гараже мы видим те машины, которые у вас будут куплены. Можно будет повернуть картинки, да, и рассмотреть. Можно будет покрасить, тюнинговать, в общем, и так далее. Далее идет раздел навыков. Здесь в аккаунте вы увидите ваши развитые навыки. Тут их 4 позиции. По мере развития вашего уровня вам они будут начислять очки. Далее тут идет счет. Это условная валюта, кредиты, игровая валюта. Эти же суммы можно будет посмотреть здесь в золоте и в рублях. Но тут пополнить счет — это реальные денежки, которые человек вкладывает. В общем, идет игра на виртуальные кредиты. Далее идет автоцентр. В автоцентре огромнейший набор машин. Заканчивая высшей лигой, здесь, конечно, машина стоит бешеных денег виртуальных. 2 с лишним миллиона, да, рубликов, кредитов, точнее говоря. В общем, также их можно перебирать и играть с ними. Далее идет магазин, но тут можно купить за реальные деньги кредиты для покупки всяких мелочей. В общем, тут есть кое-что интересное для развития, для быстрейшего развития как навыков, так и уровня машин. Далее идет клан. Тут уже вчера только была игра запущена. После тестирования уже созданы 3 клана, буквально за сутки они начали, в общем, стартовать, и уже идут гонки на самого лучшего лидера среди кланов. Что полезного в кланах — это некоторые преимущества в начислении денежек. И, в общем, там есть кое-какие преимущества. И каждый раз устраиваются конкурсы. В данном случае вот следующий конкурс через час примерно, да. И в конкурсах зарабатывается золото. Ну, предположим, если мы сейчас нажмем на конкурс. Так, ну, пока что-то тут пока что-то нет. Да. Так, вот на конкурсах зарабатывается реально золото. Это золото можно потом перевести в рубли, и по идее они должны выводиться из этого анклава. То есть это реальный заработок денежек. Ну, дальше еще начисляются обычные кредиты. В общем, на конкурсах можно заработать чуть больше, чем просто играть в эту игрушку. Вот основные позиции. Купить бустеры — тоже одна интересная фишка, но это по сути магазин. Я потом... Давайте я сейчас покажу прямо, что есть бустеры и зачем они нужны. Но, предположим, есть у вас машина купленная, да, и надо апгрейдить эту машину. Есть возможность усиления всяких разных деталей, да, но по сути это дает возможность быстрого заработка денежек и развития уровня машины и мощности машины. Вот она. Но то, что есть бустеры, давайте я вам покажу в реальности после гонки. Только там можно увидеть, в чем полезность этих бустеров. Ну, давайте. Мы сейчас погоняем машинку. Здесь вызываем из 3 представленных соперников. Ну и поехали. Основная задача — тут нужно попасть вот на эту фиолетовую полоску спидометра. Итак, игра выиграна. И вот теперь смотрите.
Идут начисления по кредитам. Вот они. То есть денежки зарабатываются. Репутация. Далее опыт авто, опыт игрока. И смотрите, если бы вы купили бустер, скажем, по кредитам, да, он у вас бы удвоился. И было бы здесь не 22, а 44, да. И также по репутации было бы не 48, а 96. Предположим, опыт игрока удвоился бы и опыт авто также удвоился. То есть, иначе говоря, покупка бустера дает возможность более быстрого продвижения в игре. Вот я об этом хотел сказать. Ну, в общем, основные моменты. Ну и, конечно, более подробно я далее буду рассказывать уже по мере игры. Сейчас я закончу и скажу, что у каждого игрока есть определенный рейтинг, пока в этом рейтинге небольшое количество участников, 1023 максимум человека, которые сейчас зарегистрировались в этой игре. И пока всего 3 клана. Но чтобы создать клан, там нужны денежки. Ну, допустим, давайте сейчас посмотрим. Можно тут имя клана, да, описание клана, налог. Каждый участник клана, он платит определенный налог, и каждый клан выставляет свои проценты. Ну, вот вы видите сумму, да, 5 тысяч. 5 миллионов кредитов, а в реальности это сколько? А в реальности, давайте мы посмотрим в магазине, это, ну, допустим, 1,5 миллиона кредитов, это, ну, скажем, 3,5 тысячи, вдваиваем, получается 7 тысяч рублей будет стоить создание клана. Ну, вот таким образом таксимани зарабатывает свои денежки, ну, и дает возможность игрокам играть в эту игру, и практически тоже зарабатывать с помощью золота. Но пока я не знаю, как в реальности все это будет происходить, но в этой игре уже многие зарабатывают свои денежки. С вами был Сидней Том с проектом Анклав, то есть гонок. До следующего видео. Спасибо за внимание.